Всем приветики! Сегодня сделаем очень полезную штуковину. Ну, не знаю, она мне очень всегда нужна была. Никак не доходили руки. Сейчас очень нужна, и руки дошли. В общем, мы сейчас сделаем для фрезера небольшое приспособление. Фрезер будет вот этот, мой один-единственный, интерсколовский. Фрезер неплохой. Что нужно сделать? Я хочу сделать так, чтобы я мог вырезать фрезером окружности, ровненькие одинаковые окружности. Телефон звонит, сейчас отвечу. Не звонит. Так, что надо? Сейчас все увидите, погнали. Понадобится листовое железо, в данном случае 2 мм. Нужен кусок. Сейчас будем отмерять. Размеры вычислил. Сейчас с помощью краски и угольника размечу железку. С помощью болгарки и диска Метаба режу этот лист. Кстати, был очень приятно удивлен живучестью дисков Метаба. Это не реклама, всем советую. Теперь тем же метабовским диском, но уже потолще в раза 3, зачищаю неровные края. Зачищаю все наждачкой. После того, как вырезали вот такой квадратик, получается он 11 сантиметров на 10. Теперь сделаем прорезь, отступим 4 сантиметра. И сделаем прорезь на пол толщины, то есть 1 мм. Пропиливать не обязательно 1 мм. Можно чуть больше, можно чуть меньше. Но главное не отпилить совсем. После чего зажимаю пластину в тиски ровно по пропил. И своими могучими ручищами сгибаю под 90 градусов. Получается вот такая симпотная железяка. Теперь опять делаю разметки тем же маркером. Теперь с другой стороны отступаю 3,5 сантиметра. И делаю почти то же самое, но только делю на 3 части. Края прорезаю на половину толщины. И разделяю на 3 части. Те части, которые по краям, загибаю также под 90 градусов. Сваркой усиливаю углы и все зачищаю. После всех процедур получилась вот такая вот деталь. Осталось пару движений, пару действий, и в принципе уже будет все готово. В торчащем куске сверлю отверстие примерно 4 мм в диаметре. Теперь беру болт без шляпки и привариваю его таким образом, чтобы он торчал 1 сантиметр вниз. Все лишнее обрезаю и делаю еще 4 отверстия, так как вы сейчас видите.
В наборе с фрезером шел вот такой вот ограничитель. Ну, то есть это делать ровный край. Ну, там, чтобы не выеживаться, короче. А с этого ограничителя, может, он не так называется, в общем, не важно. Скручиваем эти два штыречечка. Если их нет, в принципе, можно любые другие две прямых палки, блин. Ну, у меня не есть, я не буду рукоблудствовать. Так, вот что у нас получилось. Такая вот примочка. А, да, забыл покрасить. Это надо обязательно. Красим. Так, все покрасили. Вот такая вот она теперь стала. Вот такая вот херобринская штучка получилась. Что нам надо? Нам надо просверлить отверстие. Так, ну что, я доволен как ребенок. Кружочек получился идеальный. Теперь не надо будет мучиться, какие-то размеры вымерять что-то. Все оказалось довольно-таки просто. Площадка, штыречек центровать. Ну, центровый. Вообще, по идее, надо было вот эти полози сделать вот здесь еще. Чтобы упор был по всей площади был, а не так, чтобы только здесь касался. Ну, в принципе, он справляется со своей работой. В принципе, ну, сами видите, все четко, все ровно, все нормально. Просто мне кажется, что если бы площадка была больше на всю, на весь фрезер, то как-то было бы, наверное, более... Ну, вот так вот. Сейчас откручу. Очень ловкая штуковина, ничего сложного, каждый может сделать. Если вам понравился сегодняшний выпуск, поставьте лайк, пишите комментарии, обсуждать будем. Всем пока-пока, до скорой самоделки.